Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Funny Games, и сегодня мы будем играть в Angry Shark World, ребяточки, или Эволюция Акул. Ну что ж, дорогие друзья, погнали, посмотрим, что же нас сегодня ждет в этих уровнях. Так, ребятки, здесь, как всегда, нам предлагают прокачать, собственно, акулу, что мы с вами сейчас и сделаем. Так, нам... А, у нас, ребяточки, все, смотрите, у нас укус на максимальных, ускорение на максимальных, ребяточки. Так что я предлагаю... Ребята, так, давайте выберем. Вот тут перейдем к выбору акул. Ну, вот эти еще закрыты. Так, ребятки, вот эти акулы еще закрыты. Мы их получим в следующих уровнях. Собственно, погнали этой, ребятки. Попробуем, как мы будем справляться с этим, ребяточки, заданием. Поехали. Так, ну что ж здесь у нас. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали. Загрузка, ждем. Так, ребяточки, усиление. Вау! Вау, вот это да! Вот это, ребяточки, круто! Вы только посмотрите! Вау, ребята, я кушаю людей! Вы посмотрите, я их просто схавал! Так, отличненько. Так, довольно-таки неплохо. О, золотой человек. Золотая, ребяточки, лихорадка. Мне нужно кушать золото. О, ребята, посмотрите, какой-то танк под водой. Это, наверное, еще с войны кто-то оставил. Вы только посмотрите, вот это да. Так, ну что ж, поплыли, собственно, дальше. Так, давай. Вау. О, пеликаны. Давайте его съедим. Ох, отлично, ребятки. Я схавал пеликана. Все, ребятки. Так, стоит, ребятки, отметить, что в этой игре нам нужно постоянно питаться. Чем меньше мы будем, ребятки, кушать все, что нам только попадается на глаза, тем вероятнее, что мы, скорее всего, с вами проиграем. Так как у нас заканчивается и ускорение, и, собственно, у нас есть такая функция, как голод. Если акула очень голодная, то она, собственно, проиграет. Так, давайте водолаза съедим, который нас хотел только что, собственно, с вами съесть. Так, ой-ой-ой, медуза, ребяточки, ударила током меня. Меня чуть не съел. Ой-ой-ой, меня разорвали, ребята, меня разорвали на части. Разорвала меня, ребяточки, мина подводная, которую здесь устанавливали, наверное, наши враги, которые хотели нас когда-то подорвать. Так, погнали. О, мне, отлично, просто круто. Так, здесь пишет, ребяточки, что людям сюда запрещено. Ого! Ох, я против нее еще слабый, я ее не могу кушать, ребяточки, там требуется новая акула. Ребяточки, я голодный, давайте, собственно, съедим и пополним наши жизни. О, вот какие-то, ребяточки, есть у нас какая-то камбала плавает. Так, ребятки, ну что ж, плавника больше нет. И, собственно, я только что... Это пираньи огромные, ребят, надо от них наоборот убегать, потому что они несъедобные. Вот селедочку можно или камбалу кушать, она вполне себе съедобная рыбочка. Так, ну что ж, ребятки, отлично, мы с вами потрапезничали. Что здесь? О, там огромные, ребяточки, какие-то доисторические киты плавают. Туда лучше, ребятки, не соваться, потому что они нас сразу могут уничтожить. Вот этой рыбочкой можем, ребяточки, мы с вами питаться, и нам абсолютно ничего не будет. Так, давайте поплывем где-то вниз. Так, ребяточки, голод и давление. И, собственно, ребяточки, на мине мы с вами и подорвались. Так, ну что ж. Вау, все, ребяточки, мы восстановили свои силы. Погнали. И теперь, о, ребяточки, старый корабль. Наверное, здесь какие-то пираты были, ребяточки, и оставили после себя какие-то сокровища. Ага, ребяточки, тут водолаз пытался меня только что застрелить, но мы его, ребят, наказали. Вот, куда это я попал? Я заплыл в корабль, ребята, в огромный старый корабль. И здесь у нас, смотрите, что там водолаз. Так, ребятки, но голод же никуда не девается. Я же хочу кушать, ребят. А как мне пробить стену? Наверное, я сюда... Давай, выплывай, а то сейчас задохнешься. Быстрее. Так, нет, пока нам в корабль, ребятки, не нужно. Это локация у нас окрестности корабля. Мы сюда придем, ребятки, когда у нас будет какая-то большая акула. Ой-ой-ой, меня только что покусали и током убило. Все, акула мертвая, ребяточки. Давайте, собственно, возьмем, восстановим наши жизни и попробуем поплыть дальше. Так, ну что ж, погнали на самый, ребяточки, вверх. Потому что нас сейчас здесь едят. А если нас, ребяточки, съедят, это будет, так сказать, не к добру. Так, опять мина, мы ее с вами... О, там, ребяточки, был аквалангист. Вот он. Вау, мы его, ребяточки, съели. Классно. Огромная черепаха тоже нам пока что не по зубам.
Так что давайте пока что где-нибудь будем искать. Ой-ой-ой, опять нас, ребяточки, убили. А нет, есть у нас еще 5 кристаллов для того, чтобы мы с вами восстановились. Давай, убегай, убегай, убегай. Там рыба-вонючка, рыба-кусючка. Все, ребяточки. Мы на воле, мы, ребяточки, на суше. Здесь, собственно, мы, ребяточки, с вами можем похавать людей. Вон дядя толстый на кругу, смотрите, плавает. Мы его с вами отличненько съели. И толстую тетю тоже. Надеюсь, ребяточки, мы немножко набили свой желудок, так сказать, мясом. И теперь мы не голодные. О, ням-ням-ням. Я, ребяточки, приплыл на берег. А вон какой крутой, ребятки, шел. Я-а-а-а, давай съедай его. Нет, я его, собственно, конечно же, не догнал. Но ничего страшного, мы с вами, ребят, сейчас съедим пеликанчика и поплывем. Злая акула плывет. Ха-ха-ха. Так, ну что ж, давайте потихоньку опускаться. Будем на дно. А, здесь голод. Все, мы тетю съели немножко, мы, ребяточки. О, сундук. А что в сундуке? Сокровища, ребяточки. Задание, ребяточки, выполнено. А, собственно, получить 300 монет. И мы с вами нашли. Вау, задание выполнено. Съесть за один заход птицы, ребяточки. Отлично, мы с вами выполняем те задания, которые, собственно, для нас приготовили разработчики. И это просто, мне кажется, ребят, замечательно. Так, ну что ж, меня, ребятки, хвост покромсали немножко. Ох, и разорвало меня на части. А разорвало меня на части, ребяточки, мина, которые здесь поставили корабли. Так, ну что ж, дорогие друзья, сколько мы с вами заработали сегодня очков? Давайте посмотрим. Так, результаты 3085. Довольно-таки неплохо. Я считаю, ребятки, что это просто замечательно. Так, ребяточки, ну что ж, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал Funny Games и напишите какой-нибудь комментарий к этому видео. Мне будет очень приятно. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Funny Games. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока в следующих видеороликах.